Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Я хочу вас, мои дорогие, поздравить с наступающим Новым годом. Хочу вас поблагодарить, потому что вы у меня самые лучшие и самые замечательные. Год был потрясающий, классный, суперский, но закончился он, к сожалению, не так оптимистично. И вы меня в этот момент поддерживали. Я столько слов поддержки, добрых, искренних, не знаю, не слышала никогда. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Я хочу вам пожелать, чтобы мы уже тему с вами эту открывали, но еще не закрыли, да? Чтобы все ваши мечты исполнялись, и вы правильно формулировали свои мечты, свои цели, да? Обязательно обращайте на это внимание. Лучше учиться на чужих ошибках. Лучше, да? Мы будем стараться это делать. Хочу пожелать вам здоровья, потому что это самое главное. Все остальное мы с вами можем. Мы с вами все сумеем. Мы с вами все приобретем, что нам нужно. Мы с вами найдем все, что нам нужно. А здоровье, оно, к сожалению, не покупается практически ни за какие деньги. И если ты его уже потерял, его тяжело назад вернуть. Поэтому будьте здоровы. Самое главное, берегите себя. Пусть у вас хотя бы полчасика в день будет для себя любимой. Для своего здоровья, для своей красоты. Всем вам, мои хорошие, вашим родным и близким, я желаю жить в гармонии с собой. Я желаю заниматься вам любимым делом. Если вы еще не нашли себя, верьте, что никогда не поздно. Можно это сделать даже в 60 лет. Потому что жизнь у нас одна. Никогда не забывайте об этом, что второй шанс, к сожалению, нам не дается. И я желаю каждому из вас абсолютно искренне заниматься тем, что вы любите. Делать то, что вы любите. Потому что, ну, допустим, ходить на нелюбимую работу 5-6 дней в неделю – это каторга, это не жизнь. Это не жизнь. И то, что нет выхода, это не оправдание. Все в наших руках. Я вам уже много раз это говорила. Все в наших руках всегда. И все наши мечты, они всегда пойдут нам навстречу, если видят, что вы действительно этого хотите. Поэтому я желаю вам заниматься любимым делом. Я желаю вам, чтобы каждый день приносил вам только положительные эмоции. Чтобы вы радовались началу каждого дня. Чтобы вы ждали каждый следующий день. Потому что он всегда будет полон открытий, он всегда будет посвящен вашему любимому делу, чтобы вас окружали только самые любимые близкие люди, чтобы все плохое осталось в уходящем году. Все люди, которые несут негатив, много, к сожалению, сейчас таких, пусть все они остаются там. Не бойтесь что-то терять. Взамен придет много хорошего, намного лучше. Не бойтесь. Все, кто вас обидел, пускай все останутся в прошлом году. А мы пойдем дальше, улыбаясь и смеясь. Ну что, мои хорошие, вам еще пожелать? Так много было слов в голове, прям хоть записывай на бумажку, и сразу мысли растерялись. Пусть каждый из вас будет по-настоящему счастлив. Тот, кто не нашел любовь, пусть ее обязательно не найдет. Обязательно найдет в будущем году. Кто не нашел работу или потерял работу, пусть обязательно ее найдет в будущем году. И главное, помните, что мы с вами сами вершители своих судеб. Ни на что не ведитесь. Слушайте поменьше новостей. Лучше общайтесь с семьей, с любимыми людьми, с тем, кто вам близок. У нас все будет обязательно хорошо. Я вас поздравляю с Новым годом, с наступающим Новым годом. Я вас очень сильно люблю. И еще раз хочу вас поблагодарить за такую огромную поддержку. Ну и всем пока-пока. С Новым годом!